это безобразие. Так, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию с остановкой реконструкции Матросского бульвара. Напомним, местная власть по надуманным основаниям расторгла контракт с благотворительным фондом 35-я береговая батарея, ведущим за собственные средства работы, чтобы подарить бульвар севастопольцам. Михаил Развожаев знаком с этой ситуацией и пообещал быстро принять соответствующее решение. Знаю об этой проблеме. В первоочередном порядке сейчас разберусь, что там происходит. И я думаю, что мы примем быстрое решение. Положительное, да? Есть шанс возобновить? Шанс точно есть, потому что совершенно безобразие, когда процесс остановлен, ничего не происходит. Вот хуже этого нет.